что нам от этой работы? Горд на старости лет. Не торопись. Мужик-то ей вроде не трезвее. Ничего хорошего не вижу. Пошла. Баргисты. Всегда дурной знак. Кажется, ложки выстукивают какое-то сообщение. Как если бы хотели мне что-то сказать. Не сядет никто с тобой за стол. Нет ложки, которая тебя накормит. Никогда больше не захочешь ты взглянуть на себя в зеркало. Проклятие, судя по всему. Похоже, кто-то на этом помешался. Редис упоминал, что здесь может быть какое-то проклятие. Надо бы осмотреться. Придется все тут перетрясти и набрать хоть немного слюны Вихта.
просто помешался на ложках. Настоящий коллекционер. Нет ложки, которая тебя накормит. Тот, кто здесь живет, понял это дословно и, кажется, ищет подходящую ложку. Эта ложечка сделана с удивительным мастерством. Должно быть, ее стащили с богатого стола. Разбитое зеркало. Будто кто-то не смог вынести собственного отражения. Бедная девушка. Она описала, как медленно превращается в чудовище. Впечатляет. Обычная ложка, старая. Мастерски сделано. И ленточка с описанием. Настоящий коллекционер этот Вихт. Ложка как ложка, ничего необычного. Не сядет никто с тобой за стол, нет ложки, которая тебя накормит, и когда больше не захочешь ты взглянуть на себя в зеркало. Скелеты. Люди вряд ли пришли сюда по собственной воле. Может, все это связано с проклятием? Не сядет никто с тобой за стол. Похоже на правду. Свернута шея, голова проломлена сбоку. Перед смертью его ударили по голове чем-то тяжелым. Следов от зубов или когтей нет. Похоже, удушен. Правая рука отгрызена, выбиты все зубы. Перед смертью его пытались кормить насильно.
На деревянной ложке кто-то нацарапал женское имя. Романтично. Не сядет никто с тобой за стол, нет ложки, которая тебя накормит, и когда больше не захочешь ты взглянуть на себя в зеркало. Вид просто помешался на ложках. Настоящий коллекционер. Выглядит и правда, как логово Вихта. Довольно странное, но все-таки. Где-то здесь должен быть его котел. А вот и котел, который мне так нужен. Вихт не слишком чистоплотен. Стол накрыт. Вихт, который тут живет, кажется, готовит пир. Похоже, над здешним Вихтом действительно висит проклятие, и он пытается его снять. Обычная ложка, старая. Ложка как ложка, ничего необычного. Помешался на ложках. Настоящий коллекционер. К сожалению, котел пуст, а Регису нужен отвар. Значит, не будет ему отвара. Остается только затаиться и подождать слюнных желез и их хозяина. Нужно найти место, откуда будет видно котел. Я не причиню зла. Хочу помочь. Я видел слова проклятия на стене. Я мог бы его снять. Ты притаскивал людей?
чтобы они сели с тобой за стол, так? Я составлю тебе компанию. По своей воле. А это для Ремеса. Теперь займемся тобой. Только бы ничего не перепутать. В проклятии сказано. Не сядет никто с тобой за стол, нет ложки, которая тебя накормит. Никогда больше не захочешь ты взглянуть на себя в зеркало. Ты годами ищешь нужную ложку, да? Но проклятие коварное. Может, дело в том, что ты не можешь есть свою ложку. А чужой можешь. Что-то не то. Что я упустил? Так, я сейчас встану из-за стола. Еще раз обыщу дом. Сиди, сейчас вернусь. Тихо, тихо. Не подействовало. Нажрался говна за даром. Эта тварь для Рейкса достал. А Вихта остается только зарубить. Давай-ка без ложек. Не, так не пойдет. Ты искал ложку, которая тебя накормит. Но у нас ее нет. Значит, придется есть без ложек. Взгляни на свое отражение. Кажется, подействовало. Но не так, как я ожидал. Посмотрим, что там с Вихтом. Смердел он так, что найти его будет нетрудно.
Тихо, спокойно, я не причиню тебе вреда. Еды. Дай мне еды. Я заберу тебя в безопасное место. И я взял ее на руки и принес сюда. Для нее это единственное подходящее место. И правильно сделали. Здесь она быстро придет в себя. Не извольте беспокоиться, я обо всем позабочусь. Здесь она в безопасности и скоро встанет на ноги. Ухаживать за ней будет непросто. Когда я ее нашел, она ничего не ела уже лет 100. Ужасно! Что же с ней произошло? По пути она рассказала мне свою историю. Ее зовут Марлена. Некогда она была красавицей и гордой наследницей поместья Трастамара. Однажды вечером она устроила прием для друзей, а какой-то попрошайка пришел к воротам с миской и ложкой. Уселся у забора и стал ждать. Я слышал об этой традиции. Древний закон гостеприимства велит накормить и напоить такого гостя, чтобы он не ушел голодным. Нарушение оного обычая могло повлечь несчастье. Марлена в грош не ставила старые обычаи. Она прогнала попрошайку и сказала, что скорее бросит объедки со стола собакам, чем отдаст ему. Нищий сломал ложку и произнес проклятие. Потом он сказал, что ты, красавица, больше никогда не захочешь взглянуть на себя в зеркало. Она обожала пиры. Он пообещал, что больше никто не сядет с ней за один стол. А за то, что она отказала ему даже в объедках, он предрек, что во всем мире она не сможет найти такой ложки, которая утолит ее голод. Суровая кара. Как я понимаю, снять такое проклятие было непросто. Проклятия очень коварны, порой парадоксальны. Главное понять, в чем хитрость. Марлена многие годы искала способ снять проклятие. Обратившись в вихты, она стала воровать ложки, заманивать людей в дом, чтобы они сели с ней за один стол. Но все без толку. А что сработало? Надо было по собственной воле сесть с ней за стол, принять пищу, не пользуясь ложкой, и сделать так, чтобы она захотела взглянуть на свое отражение. Как? Только и всего? До самых простых решений порой труднее всего додуматься. Если ты вихт, тебе безумно трудно найти человека, который согласится сесть с тобой за один стол. Это верно. Но главное, что все уже позади. Прошу вас не беспокоиться. Здесь о ней хорошо позаботятся. Спасибо. Мне пора возвращаться к делам. До скорой встречи. Спасибо. Ой, как же вкусно.
веры давать не следует. Запомнишь? Семьями. Что, готовишь бульон из руки своего товарища? Вижу, у тебя обострилось чувство юмора. Мы не каннибалы, Геральт. Я взял с руки немного тканей. Этого хватит, чтобы приготовить микстуру отзвука. А остальное где? Я сжег все, как велит наш кодекс. Ворон сказал, что ты нашел последний ингредиент. Какие вороны полезные. Часто они тебе помогают? Я стараюсь этим не злоупотреблять, но они и правда бывают полезны. Я хотел быть уверен, что смогу быстро прийти на помощь, если что случится. Спасибо за заботу, но я и сам справился. Долго еще готовить отзвук? И ты что-то говорил про последний компонент. Что там с ним? Видишь ли, с ним есть одна сложность. Приготовление микстуры требует крови. Причем доноры, существо, чьи воспоминания мы хотим получить, должны быть одного вида. Ну, есть у меня один знакомый вампир, который наверняка нам поможет. Правда, Регис? Дело в том, что все не так просто. За время твоего отсутствия я пытался найти аналог, но опасаюсь, что таковых нет. Не понял. Что нам мешает просто взять у тебя немного крови? Нужна кровь в состоянии возбуждения. Как ты наверняка знаешь, высшие вампиры меняют свою оболочку. Но вместе с телом у нас меняется и химический состав крови. Короче говоря, мне придется ввести себя в состояние сильного психофизического возбуждения. Еще короче, безумия. И это будет очень опасно. Опасно? Почему? Даже в другом теле это будешь ты. Но я буду в состоянии свирепой ярости. И ты лучше меня знаешь, что ярость нельзя контролировать. Если ты хоть раз видел обезумевшего вампира, то знаешь, в опасности будут все, кто окажется поблизости. И что будем делать? Я бы не хотел, чтобы ты кинулся на меня с когтями. Я бы тоже не хотел. Но не бойся, я все хорошо обдумал. Скоро расскажу обо всем подробнее. Ладно, так что ты хочешь сделать? Мы навестим старое владение вампиров. Тесха мутна. Там есть подвешенные клетки. Я войду в одну, а ты тем временем приманишь чудовищ. Потом ты будешь их убивать. Думаю, крови будет много. Достаточно для того, чтобы запах довел меня до безумия.
А что это такое? Тесхам мутно. Место казни. Давно, когда мы были здесь еще относительно недолго, жил высший вампир по имени Хагмар. И он так распробовал человеческую кровь, что за ночь мог выпить целую деревню. Это доставило множество хлопот всему нашему роду. Люди, измученные страхом, начали охотиться на нас. Нанимали чародеев и ведьмаков, чтобы нас выследить. Они все равно не сумели бы вас убить. Однако они были надоедливы. Как, прости мне это сравнение, комары, которые вечно зудят над ухом. Остальные вампиры решили, что с этим надо что-то делать. Схватить Хагмара и наказать его. И тогда в подземельях Тесхамутна возникло место казни. Там создали клетку из специального сплава серебра, дальвинита и метеоритной стали. Хагмара схватили и заперли в клетке. Он сидел там больше 200 лет, не раз впадая в безумие, но выбраться не мог. Отсюда следует, что ярость моей скромной персоны клетка тоже выдержит. Медлить не стоит. Веди в этот твой Тесхам мутно. Почти готово. Последний ингредиент. Что это было? Кровь. Ворон оказал мне последнюю услугу. Я также принял сангуриум, препарат, обостряющий чувство крови. Так я буду чувствовать запах крови в 100 раз острее, чем обычно. Ты спятил? Ты же завязал. Геральт, твое возмущение мне льстит, но прошу тебя, успокойся. У меня не было выбора. Так что жребий брошен. Отправляемся в Тесхамутна, а то у меня голова уже идет кругом. И ты начинаешь слишком хорошо пахнуть. А ты начинаешь меня пугать. Мы на месте. Священный зал для пыток и казни находится под землей. Ты точно знаешь, что делаешь? Могу только надеяться. Прошу тебя, пойдем. Чем дольше мы медлим, тем труднее мне сдерживаться. Я бы не хотел причинить тебе зла. Веди. Работа падальщиков. Логово у них должно быть совсем недалеко. Верно. Я говорил, что здесь опасно. За этой стеной находится... Древняя темница вампиров. Я в жизни многое повидал. Но что бы такое? О, я весьма польщен. Это большая честь показать что-то новое такому придире, как ты. Я открою. Что за... Старинный способ защиты от непрошенных гостей. Дверь открывает механизм, который реагирует только с кровью высшего вампира. Хитрые механизмы, вампирская крепость. Похоже, Тусент был для вампиров важным местом. И остается им. Во время сопряжения сфер именно здесь открылись ворота из нашего мира в этот. Эти земли мы увидели первыми.
Это плохое место здесь, в воздухе смерть. Очень многие простили здесь с жизнью. Эти глифы, высеченные в скале, когда-то они были покрыты кровью. Они что-нибудь означают? Это символы, вы бы сказали, племен, которые разошлись по миру после сопряжения сфер. Мои предки начертали их здесь, чтобы они напоминали, откуда мы происходим. Камеры? Кого тут держали? Это крайне мрачная страница истории моего народа. Я бы предпочел не призывать демонов прошлого. Что это за глиф? Это Амуру. Они отправились за море. Что означает этот символ? Это Тедет. Те, что направились на восток за Синие горы. Что это за глиф? Это Амуру. Они отправились за море. Что означает этот символ? Это Тедет. Те, что направились на восток за Синие горы. Милое местечко. Что это за клетки? Ты говорил, здесь держали только одного вампира. Ах, да. Видишь ли, мои предки были не самыми великими гуманистами. Они решили, что лучшая кара для Хагмара — мучить его запахом крови, которую он не сможет попробовать. Поэтому здесь держали также людей, которым пускали кровь. Хагмар сходил с ума от боли и злости, а люди умирали от потери крови. К ним относились как к вещам. Я хотел бы возразить. Повернуть время вспять, но это невозможно. Я могу чувствовать только стыд за моих собратьев. Не вини себя. Ты ничего не мог сделать. Приступим к делу. Да, правда. Я приготовил приманку, будь любезен. Разложи ее, пожалуйста. Лучше всего у входа в туннели, тогда запах разнесется повсюду. Продолжение следует...
Разложи приманку у входа в туннели, чтобы чудовища быстрее почуяли запах. У меня волосы встают дыбом, как подумаю, откуда здесь эти туннели. Это естественный ход событий. Запах смерти привлекал трупоедов. Она выдержит? Что-то она не выглядит особенно крепкой. Агмар сидел в ней больше 200 лет, как я говорил. Внешность обманчива. Три. Разложил, осталось последнее. Думаешь, получится? Надеюсь. Мясо воняет так сильно, что запах должно быть в Новиграде слышен. Приманки готовы. Я войду в клетку. Ты меня прикуешь. Сплав, из которого сделаны прутья, не даст мне обратиться в туман. А ты что, захочешь сбежать? Я буду хотеть одного. Остановить боль. И я за себя не ручаюсь. Чудовище почти здесь, а у меня уже кружится голова. Откроет? Да. Кто не знает, как вампир алчит крови, не представляет, что такое жажда. Договоримся про какой-нибудь знак? Ну, на случай, если тебе станет совсем не в моготу. Ну и что ты тогда сделаешь? Не знаю, успокою тебя как-нибудь. Ты не сможешь! Ты лучше сына! Но Регис почует рот. Следующий.
Я тебя сейчас отпущу. Терпи еще немножко. Через пару часов кровь засохнет и за. Пойдем-ка отсюда. Что с микстурой? Я все приготовлю. Ты только скажи, что делать. Тебе лучше? Дай мне еще немного времени, и я приду в себя. Ну да, мне уже лучше. Ты не говорил, что все будет вот так? Давай, не будем об этом. Нет. Если бы я знал, что ты собираешься подвергнуть себя таким пыткам... Так что бы ты сделал? Нашел бы Детлофа другим способом. Я не хотел никакого другого способа. Ты не подумал об этом? Нет. Мне казалось, ни одно создание не согласится по своей воле испытать такую боль. В этом смысле вампиры от людей не слишком отличаются. Я говорил, этой болью я отдаю долг, великий долг Детлофу. Если бы мне пришлось пройти через это еще раз, я бы не колебался. Я приготовил отзвук. Все точно по рецепту. Ничего не перепутал, пропорции верны, время приготовления тоже. Это важно, Геральт. Малейшая ошибка даже ведьмаку может дорого обойтись. Кое-какой опыт в приготовлении эликсиров у меня есть. Ну хорошо. В таком случае, начнем. Простите, я только на минуточку. Вы встряли в очередь. Но, милостивый граф, у меня заседание сейчас. Сэр, вы были первым. Пожалуйста, присядьте. Этот господин был первым. Шевелись, а то пожалеешь. А-ха-ха-ха. Это знакомый вашего сиятельства. И тут я велю ему сойти и уступить место. Он стоял как дурак. Ты бы его только видел. Дали мы ему прикурить. А мать решила купить эту мельницу. Забавно, а?
по крайней мере, теперь есть что рассказывать друзьям. Извини. Что? Ты проснулся. Ты брыкался, как зверь, пойманный в силки. Я уже начал бояться, что тебе конец. Было не слишком приятно. Но, в общем-то, все удалось. Что ты видел? Делакруа. Убить его было нелегко. Похоже, Детлов с ним сдружился. И все-таки убил его. А тело расчленил. Потом он впал в ярость. В раскаянии он отрезал себе руку, которой совершил убийство. А, интересно. Не похоже на Детлофа. Ты видел что-то еще? Я видел момент, когда Делакруа бескорыстно поддержал Детлофа. И, похоже, это было началом их дружбы. Что тебя смущает? В этом не было ничего особенного. Обычная жизнь. А видения должны быть связаны с сильными эмоциями. Видимо, у Детлофа этот эпизод вызвал именно такие эмоции. К тому же позже он убил Делакруа. Убийство кого-то, кому мы симпатизируем, не обходится без эмоций. Ни у кого, даже у вампиров. Ты видел что-нибудь еще? Будка чистильщика обуви появлялась в видении дважды. Детлов познакомился там с Делакруа и вернулся на то же место после убийства. Интересно. Будка, кажется, где-то в портовой части города, а сам чистильщик вроде бы знает Детлова. А это еще интереснее. Может, стоит поговорить с этим юношей? Хотя я бы не ожидал откровений. Других зацепок нет. Схожу, поговорю. Ты со мной? Если позволишь, я присоединюсь позже. Я пока не готов выходить. Понятно. Отдыхай. Если что-то узнаю, сразу вернусь.